В сопровождении пианиста и композитора, заслуженного артиста России Давида Ашкенази и ансамбля «Элегия» поет народная артистка России Валентина Толкунова. Дорогие друзья, я поздравляю вас с праздником, традиционно поздравляю. Я благодарна вам за то, что вы пригласили сегодня меня на свой праздник. И хочу подарить вам две песни. Оскар Фельдсман, стихи Михаила Рябинина. «Здравствуй, сынок». И Вячеслав Добрынин на стихи Михаила Рябинина «45». Пишу, стала мама твоя хуже видеть. Здравствуй, сынок, я тобой и живу, и дышу. Извини, что так часто пишу, я тебя ни о чем не прошу и ничем не желаю обидеть. Здравствуй, сынок, а деревни у нас больше нет, только дом наш остался всего лишь. Здравствуй, сынок, отключен электрический свет, если сможешь, пришли мне совет, как мне быть, если сил больше нет. Коль приедешь, дровец мне наколешь, а земля осталась беспризорная. В избах нет ни дыма, ни огня. Не узнать теперь родную сторону, где нашлось местечко для меня. До сих пор или письма мои не доходят? Здравствуй, сынок, почтальоны обходят мой двор, на ответ ты всегда был не скор, но тебе я не ставлю в укор, может, нынче писать не по моде. Здравствуй, сынок, вспоминай обо мне иногда. Вдруг приедешь, а мамы уж нету. Здравствуй, сынок, старость — это такая беда. От нее не уйти никуда, и не жизнь одна маята. Но тебе рано думать об этом, а земля осталась беспризорная. В избах нет ни дыма, ни огня. Не узнать теперь родную сторону, где нашлось местечко для меня. Извини, что так плохо пишу,
стала мама твоя хуже видеть. Здравствуй, сынок. Здравствуй, сынок. Thank you.